Списание всех начисленных ранее пени произойдет автоматически и отобразится в квитанциях за январь 2024 года. Причем избавиться от долгов можно сразу по нескольким лицевым счетам, если таковые имеются у абонента. К сожалению, в акции не смогут участвовать должники, в отношении которых уже вынесено судебное решение о взыскании задолженности. Не подлежат списанию и пени, оплаченные ранее начало срока проведения акции. Остальные клиенты будут приятно удивлены такой уникальной возможностью. Эта акция у нас проводится ежегодно, пользуется большим спросом, то есть люди ждут и гасят свои задолженности и получают подарки в качестве списания пени. Для удобства абонентам водоканала Сочи предусмотрена возможность онлайн-оплаты через личный кабинет. При этом, как и в кассах центров обслуживания клиентов, комиссии за любую операцию не взимаются. Более подробную информацию горожане могут найти в социальных сетях предприятия. При оплате квитанции более привычным способом в кассе не возникнет никаких проблем. Достаточно выбрать нужную операцию, получить бумажный талон и ожидать вызова полученного номера на электронном табло. Клиентам не приходится долго ждать своей очереди, работа ведется активно и быстро. Каждому абоненту работниками водоканал ежедневно уделяется должное внимание, время и оказывается помощь в различных вопросах. Хотела бы показания. Вот. А я перепутала и поставила вот эти данные. Чтобы быть ближе к своим клиентам, водоканал Сочи проводит новогоднюю акцию «Оплати долги и исчезнут пени», которая продлится до 31 декабря включительно. Ее результаты и итоги потребители смогут увидеть в квитанциях за январь 2024 года. Асаль Тулигенова, Валерия Осадчая, Дмитрий Говорков. Время новостей.